Ни земельных паев, ни денежной компенсации. С таким результатом завершилась приватизация совхоза «Матвеевский» для нескольких сот акционеров, сотрудников предприятия. Обманутые граждане добились возбуждения уголовного дела, расследование которого то прекращалось, то возобновлялось. Но пока логического завершения так и не получило. То закрывают дело по срокам давности, то по срокам нет состава преступления. Тогда хочется спросить, а кто ж тогда наши земли забрал? Пока дело сырое. И согласиться с тем, предъявить обвинение кому-либо, пока нет оснований. Давайте здесь нормальную конструктивную работу, мы готовы работать. Представители инициативной группы общественного движения «Крестьянский фронт» не удовлетворены не только ходом расследования. По их словам, ранее им даже не давали ознакомиться с материалами дела. Такая возможность у обманутых пайщиков появится в ближайшее время. То, что касается ознакомления с материалами уголовного дела, вы, несомненно, имеете на это право знакомиться с теми процессуальными документами, которые касаются части вас, и, несомненно, знакомиться с теми протоколами следственных действий, в которых вы принимали участие. То есть в этой части мы удовлетворим ваше ходатайство и предоставим вам возможность ознакомиться в удобное для вас время. Встреча с представителями следственного управления назначена уже на понедельник. Городской прокурор Юрий Чижов будет лично контролировать ход расследования. И самое главное, должно быть налажено взаимодействие представителей правоохранительного блока с инициативной группой «Крестьянского фронта». Мы готовы, мы будем отстаивать ваши интересы. Будем привлекать депутатов Государственной Думы, областной Думы, запросы пойдут. Также в ходе круглого стола было принято решение встречи в таком формате проводить ежемесячно. При необходимости для более полного и всестороннего расследования могут быть привлечены юристы и эксперты. Поставить точку в этом многолетнем деле можно только совместными усилиями всех участников встречи. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».